Ева, всем привет! Сегодня я был на фестивале «Знаки» в Новосибирске и приготовил для вас небольшой видеоотчет. Буду смотреть. Два мяча. А это значит, что несколько отпетых голов пробито. Ну, опять он взял мою бензопилу. Ты посмотри на него. Не может. Так, Скорпион, я тебе никогда не прощу смерть Саб-Зиро. Всем привет! Сегодня, пока я гулял по фестивалю «Знаки», встретил девушку, которую зовут Лана. И узнал, что у нее тоже есть канал на YouTube. Так что, кому интересно, можете зайти на ссылки в описании на ее канал и посмотреть. Приходите, там все будет. Давай, еще давай по второму кругу. А какое преступление? Значит, я повернулся. В высоких ногах и красивом нижнем белье. Просто слегка упавшие лямочки или немножко приподнятом платье. Именно такая женщина потом уже сменила военных девушек. Высоко над домами, где мы? Там питает нас память воспоминаниями. Не станет фонограмма. Все, что звучит, это чистая правда. Где мы? Где-то высоко над домами, где мы? Там питает нас память воспоминаниями. Не станет фонограмма. Все, что звучит, это чистая правда.
Сейчас, погоди. Я вспомню, что хотел сказать. После фестиваля «Знаки» мы решили пойти подкрепиться легендарной шаурмой на Ленина. А видео на этом заканчивается. Если вы хотите больше видеоблогов, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Пишите в комментариях, может быть, свои пожелания. Всем пока!